Добрый день, уважаемые коллеги, на связи Барнаул, в кадре Сергей Усенко, эксперт по испытаниям компании Сингента. Сегодня 20 июля, мы находимся в посевах пшеницы, прекрасная чистая пшеница, проведена гербицидная защита, проведена защита фунгицидная, до физиологической спелости еще достаточно времени, тем не менее местами, то здесь, то там появляются желтые пятна в посевах. Что же это такое? Давайте рассмотрим в этом видео. Заходя в поле, мы сразу же видим симптоматику. Это хлоротичные пятна уже на флаговом листе. Где-то они выражены ярче, где-то слабее. Для того, чтобы определить вредителя, мы переворачиваем лист и видим скопление мелких организмов. Чтобы их увидеть, нужно хорошо приглядеться, либо вооружиться увеличительным стеклом. Ну что ж, коллеги, а у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего вам доброго. До свидания.